Доступна услуга заказа объявлений на телеканале ОРТ через интернет на сайте ort-tv.ru. Обучение охранников и обучение на личное оружие. Телефон 58 27 25. Керамзитовый завод приглашает электромонтера с опытом работы, зарплата от 50 тысяч, газоэлектросварщика с опытом работы от 51 тысячи 700 рублей, а также уборщика служебных помещений на неполный рабочий день, оплата от 20 тысяч рублей. Оформление по Трудовому кодексу. Телефон 695-333. Требуются механик по ремонту оборудования и водитель-экспедитор. Зарплата по результатам собеседования. Телефон 92 77 88. Требуется разнорабочий. Зарплата высокая. Телефон 92 12 20. В электромонтажную организацию на сдельную работу приглашаем электромонтеров на объекты внутреннего электроснабжения. Телефон 57 68 20. Требуется машинист экскаватора. Телефон 90 73 63. Требуется рабочий по обслуживанию зданий. Обращаться по телефонам 8 903 366 10 43 или 347 240. В строительную компанию требуются разнорабочие. Зарплата 65 тысяч рублей. Звонить 8 909 606 91 83. Требуется дворник в управляющую компанию. Телефон 43 80 38. Требуются кровельщики и отделочники. Работа в Оренбурге, зарплата высокая. Телефон 93 59 88. Требуются водитель на автомобиль «Шакман» и машинист погрузчика. Оплата 400 рублей в час. Телефон 90 73 63. Ищешь работу? Смотри программу «Видеоблокнот» на нашем сайте ort-tv.ru.